праздники! Сегодняшнее мероприятие посвящено открытию декады молодежи и студентов, столетию образования советской милиции и 26-й годовщине образования приднестровской милиции. Также 11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся 4 года и 3 месяца. Наша история связана с развитием общества и страны. Менялось и меняется многое, но остается главное – всегда оставаться человеком и служить Родине. Дорогие друзья, давайте сегодня забудем о проблемах и делах, ведь мы должны дорожить каждым мгновением жизни, радоваться общению, любви вместе. И в этот праздничный день все лучшие песни только для вас. Встречайте на сцене солистки Тираспольского дома народных традиций и ремесел Алина Лилябина и Юлия Полилова. Небо под ним, на сад облаками.
нашу праздничную программу продолжает солист культурно-досугового центра «Мир» Андрей Бугарский. Встречайте!